сейчас это. Молодой пилот Павел Маркушев лидирует, и его не может догнать команда отъявленных ачинских гонщиков. Вот третий номер за ним. Мы видим, насколько от него отстал третий номер, Самсонов Денис, и вот это вот темное пятнышко — Игорь Малыгин, практически на полкруга потерявшийся за Павликом. Я впечатлен. Судья показывает желтый флаг, это финишный круг. У меня замерз один палец уже. Правильно? Я доволен. Меня можно снимать. Пойду в закрытый лагерь, расскажу, что видел. Так вот Хакасия любит зимние трековые гонки. И ее бескрайние просторы. Это вот трассу мы видим. М-54. Перед нами город Черногорск. Там Усть-Абакан, насколько я помню, Абакан. Снимите меня, пожалуйста. Пальцы мерзнут. Сейчас мы наблюдаем эвакуацию. У них есть такой экземпляр, как Toyota Land Cruiser 70. Новый. Красивый, блестящий. Это редкость. Это машина спонсоров. Они их кормят. Это закрытый гоночный лагерь. Сейчас мы слышим рекламу по громкой связи. У меня замерзают пальцы, я включаю съемку.
спасибо нашим авиаторам за то, что меня прокатили. Сейчас будет бум. И опять отскочили. Так вот происходит приземление. Ловите нас.